Всем привет, друзья! Мы опять в Волках. У нас тут идет событие «Сильнейший король волков». Дождался я до повышения силы. Вот у меня 75 очков, 75 тысяч. Сейчас будем все вылуплять. Вот я накопил 70 клыков. 30 нам дали сегодня компенсацию какую-то. Вот. Так что будем вылуплять и качать. Здесь я уже не могу поднять, надо 20 трон, 20 уровня волчий трон. Она поднялась чисто из-за того, что бью животных много. Вчера я набивал много животных, 160, 180 даже. Давайте сразу, кстати, откроем. Это у нас сейчас идет событие «Злой волк». Бьешь животных обычных, и тебе выпадают вот такие сокровища золотого волка. Давайте посмотрим, что там упало. Так, ускоры. Ускоры — это очень хорошо. Но со 180 ни одного клыка. Вот это уже печально. Это прям расстраивает меня. Ну ничего, давайте вылупление замутим. Как раз у нас 50 обычных. Хоба. Ускоры падают. Нам сейчас главное ускоры. Из этих, из синих обычных. Потому что мне надо сейчас 20 ставить. Так, погнали. Сразу с первого будет золотой, я думаю. Ага. Я думал, а он так не подумал, короче. Ну, значит, со второго. Опять нет. Удача на моей стороне. С третьего фиолетовый. Ну и где золотой? Что за прикол? А ну-ка, давайте перезайдем. Не знаю, это, конечно же, не поможет. Отсюда золотой. Нет. У меня уже эти все есть. Давай золотого мне. Вот оно! Сюда! Хорошо. Чарли, подождите, у меня же он был уже, алло. Алло. Вот же Чарли у меня. А, ну в принципе, это хорошо. Чарли хорош. Дай мне Локи. Давай золотого. Да зачем два фиолетовых? Ну чтоб ты провалился. Еще один фиолетовый. Да зачем? Еще и одинаковый. Он что там завис? Четыре фиолетовых. Жесть. Золотой пошел! Кононов, да что такое? Не то, что мне нужно. Давай, вот сейчас... Собрались, держим кулачки. Нам нужен либо Фенрир, либо Локи. Давай. Ну опять фиолетовый. Люпа. Ужас. 70 клыков, ни одного нового. Что за беспредел? И отсюда еще фиолетовый. Жесть. Вот это, конечно, я разочарован. Так, а ну-ка, сколько у нас ускоров? Ну, в принципе, неплохо ускоров цепануло. Так, бам, бам, все супер. Сейчас мы поднимаем кладовку. Кладовка. И потом нам чисто останется центр альянса поднять. И можно будет уже качать волчий трон нормально. Так, что у нас здесь? Здесь что-то еще надо открыть или нет? Вот это давайте. Нормально. Энергия никогда лишней не бывает. Так, дальше я хотел прокачаться. Так, бум. Бум. Есть контакт. Здесь у нас, что у нас здесь? Базовые атаки стаи во главе с этим героем с 50% вероятностью повышают атаку стаи на 15% на 2 секунды. Эффект не складывается. Так, не очень мне нравится это. Так, стаи во главе с этим героем наносят на 4,5 больше процента урона зверям. А, чисто зверям, да? И получают 7,5% к эффекту лечения.
Ну, давайте парочку поднимем. Пусть лечение получше будет работать. Так, дальше что у нас? Дальше у нас Чарли. Давайте подумаем. Чарли у нас... Да, я на волках. Давайте лучше Чарли. Подкинем ему 4 штучки. Хоба. Есть контакт. Что у нас здесь? Каждый раз, получая урон от базовых атак с 15% вероятностью, лечит легко раненых волков. Неплохо. Здесь, вот он дамажит очень хорошо. Наносит целеурон, коэффициент урона 970. Когда этот герой выступает в качестве героя-помощника, запускается раз в 5 раундов. Так. Его лучше, я что-то смотрю, его лучше этим поставить. Главным героем. А что я потеряю, если я Луну уберу? С главного. Так. Когда этот герой в качестве вспомогательного... 280 она будет бить за место 1130. Угу. Следующий ничего. Да, я, наверное, ее поставлю все-таки. Чуть-чуть надо подумать, что здесь делать. Так, здесь у нас Венера. Лечит легко раненых волков. По 190, да, она лечит. Второе, что там? Это сбор, да? Повышение скорости сбора. Нагрузка. Сбора кристалла. Ну, парочку давайте поднимем. Я много собираю очень. Пригодится нам. Так. Стая во главе с этим героем получают на 3 меньше урона от контратаки, а также... Ну, в принципе, это не очень нам нужно. Давайте. Здесь мы уже не поднимем ничего. Так, вот этих давайте поднимаем. Конан есть у нас. Выпал. Так, этот у нас не падал больше. С этим что? Можно поднять. Нормально он у нас раскачивается. Так, здесь у нас что? Коэффициент урона. Так, скорость марша. Давайте скорость марша поднимем. Пусть быстрее бегает. Тоже нормально. Здесь у нас все. Ну, давайте ему поднимем уровень. 25 пока пойдет. Так, ну все вроде. Здесь у нас больше мы не поднимем. Здесь. Ну, здесь 5 можно еще поднять. Вот так вот сделать. Тоже как вариант. И сколько мы очков? Не очень много. Поднялось. Так. Все, друзья. Если что, буду держать в курсе. В описании будет ссылка на группу. Также залетайте в игру. Если кто уже играет, стучитесь в Альянс, приму. Ну и если что, пишите в WhatsApp. Всем спасибо, всем пока.